Сегодня в России зарегистрировано около 500 000 человек, употребляющих наркотики. За этой страшной статистикой искалеченное здоровье и жизни людей. Нам не безразлична судьба наших сограждан. Радиостанция «Милицейская волна» и звезды российской эстрады Денис Клявер, Митя Фомин, Согдиана, Трофим и многие другие дают старт акции «Искусство против наркотиков». Я Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел России. Мне часто приходится рассказывать о страшных преступлениях, совершенных в том числе наркозависимыми людьми. Именно поэтому я выступаю в поддержку акции «Искусство против наркотиков». Сегодня доходы наркомафии во всем мире сопоставимы с прибылью государств от продажи нефти. В смертельный водоворот вовлекаются молодежь и даже дети. Не верьте ложным мифам о наркотиках. Не приносите себя в жертву чужим интересам.